Всем привет, у меня в руках аквариумная помпа. Ну, вот так она выглядит. Она издает жуткий шум. И этот шум, не знаю как рыба, но своих хозяев сводит просто с ума. Врубай, Андрей. Слышите, да? Сейчас еще ближе. Сейчас, Андрей. Давай. То есть, если прижать пальцем, вот эта вот ось, которая видна, по сути, направляющая, на которую установлен сама крыльчатка с магнитом. Ну, это на бомбу похоже. Авиационная бомба такая. И возникло предположение, что вот эта вот самая ось, возможно, из-за перегрева или из чего-то еще перекосилась. Сейчас я попробую пальцем ее сдвинуть в одну сторону, и шум должен пропасть. Врубай, Андрей. То есть вот я пальцем держу, нормально отпустил. Трещит. Врубай, Андрей. И сейчас я попробую изготовить сюда торопластовую шайбу с диаметром отверстия, который соответствует валу, это 2,5 мм, и при этом сделаю смещение таким образом, этот самый валик будет смещен в одну сторону, и можно предположить, что она трещать перестанет. Потом, конечно, проведем испытание, как она вообще качает после этого или нет, но как бы то ни было, попытка сделать ремонт и вернуть ее к работоспособности я хочу совершить. Для этого я буду использовать второпласт. Шайба должна будет забазироваться по этому отверстию. То есть с этой стороны посадки никакой не будет. И вначале я, значит, просверлю отверстие диаметром 2,5 мм. Обработаю наружный диаметр, который должен стать вот в эту вот выточку. Ну, а на глубина всего лишь 2 мм. Затем произведу смещение и проточу вот этот диаметр, который соответствует 9,8. Также длина этой проточки составляет 2 мм. Я думаю, все должно получиться. Ну а теперь я произведу смещение. Для этого у меня есть 1,5 мм пластина. Подкладываю, разумеется, ее под нижний кулачок базовый. Так, это шумит не станок. Так, и в итоге вот получилось вот такое вот смещение. Теперь я делаю контрольную предварительную сборку и испытываю уже сам насос. А пока холостое вращение, том уже на закачку.
Так, все вставил, то есть смещение будет пока вот в эту сторону. Все защелкнулся. Теперь нужно провести само испытание. Камеру развернул, сейчас попробую включать. Но я шума теперь такого не вижу, не слышу. Шайбу оставил. И теперь на место. Ну все, надо будет все-таки сверлить отверстие и погружать в воду. И посмотреть, что уже будет, как он себя будет вести в воде. Ну и что, где? Я подожди, скачает. Ну где? Сейчас пойдет. Он закачает долго. Ну с этим шумом ты, конечно, вообще ничего не услышишь. Ну, давай. Шума нет. Это... Достаточно? Хватает, да? Ну ты же видишь, что я какая нормальная. Ну ладно. Как бы объем есть. Все, ладно.